Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу показать вам свой заказ с сайта New Chic. Мне очень нравится качество вещей, которые я заказывала с этого сайта. У них появился сейчас раздел, ну он раньше был, но сейчас очень много интересного в разделе для дома, так как мы сейчас находимся дома, и это, конечно, одежда домашняя и стала очень-очень актуальна, мне кажется, для многих. Различные также принадлежности для кухни и так далее, так что обязательно зайдите, посмотрите. Ну а на все заказанные мною позиции, которые я вам сегодня покажу, я вам оставлю ссылочки внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Заказала я в этот раз две вещи для себя и обувь для своих деток, так что давайте я вам покажу. Итак, давайте начну с первых двух позиций. Это я заказала обувь для своих мальчиков, для моих сыночков, для... Как вы уже понимаете, вот это для старшего, вот это у меня для младшего сыночка. Для старшего я заказала изделие, ну, мужской обуви, то есть уже взрослой обуви. Просто я взяла, как я вообще заказываю обувь, я беру исключительно размер стопы. И не то, что вот подошел такой размер, и я все модели заказываю одного размера. Нет, то есть для каждой модели я смотрю длину стопы и выбираю соответствующий размер, да, длину стопы. Своему сыну, он у меня уже тут в них вовсю бегал, точнее, нам же сейчас дают онлайн уроки даже по физкультуре, нужно выполнять упражнения, снимать все это на видео, отправлять учителю, вот, по электронной почте, и я ему заказала 39 размер, он у меня носит где-то 37 примерно, может быть, даже чуть побольше, вот, и он подошел идеально, то есть не прямо впритык, а немножечко здесь. У него есть небольшое расстояние, но ему очень-очень комфортно, они ему безумно нравятся. И он у меня сейчас физкультуру как раз вот выполняет вот в этих кроссовках, ему безумно нравится. Они идут тоже вот такие, как носочки, видите, такие дышащие, то есть полностью сеточка, здесь шнурок, да, который можно регулировать, и очень нравится. Вот он сейчас бегал, прыгал в них, то есть много уроков уже, несколько провел физкультуры в этих кроссовках, они нигде не порвались, ничего с ними не произошло, все просто отлично. И вторые, это вот такие вот кроссовочки для моего младшего сыночка, то же самое выбирала по длине стопы, они очень тоже классно сделаны, у меня младший сынок вместе со старшим тоже делает физкультуру, так что они ему очень хорошо подошли и очень сильно понравились, так что... Сыночку моим тоже. Летом, на самом деле, это будет вообще отлично, так как здесь сделана вот такая сеточка, обувь дышащая, и это очень-очень здорово. И для себя я заказала там вот такие вот джинсы, которые очень-очень-очень хорошего качества. Вот сама джинса вот эта вот очень классная. То есть качество материала просто потрясающее. Сшито тоже отлично, нигде ни крив, ни вкось. Материал тянется совсем-совсем чуть-чуть. Единственное, что, девочки, честно вам признаюсь, что мне маловато в талии. То есть у меня как бы застегнулось все, да, но, к сожалению, мне прямо очень, ну, то есть мне бы вот сантиметр, наверное, и было бы просто идеально. Вот, они на мне сидят такие достаточно облегающие вот в этой части, и здесь они свободные, они идут укороченные, их можно немножко вот так вот подворачивать, да, там с кедами и так далее, вот. Но само качество мне просто безумно понравилось. Соответственно, тоже здесь кармашки идут. И сзади тоже вот такие вот кармашки. Сидят очень хорошо. Вот. Но, да, талия. Но у меня такая фигура, что у меня не ярко выраженная талия. Поэтому немножечко мне плотненько. Но, так как я сейчас все-таки активно занимаюсь спортом дома, я надеюсь, что... Как бы они для меня как вот мотивация такая, да, еще их положить на видное место, и будет просто потрясающе. Тоже я брала по меркам, но я себе немножечко, честно признаюсь, польстила. Вот у меня получается это вот такой размер, 27-й, да, насколько я понимаю. Вот, но джинсы очень мне понравились, они действительно классные. Вот такие вот хлопковые, прямо... Качество самой джинсы очень-очень классное, так что их я очень советую. Сейчас померю, покажу вам, как смотрится на мне.
Итак, вот так вот смотрятся эти джинсы. Девочки, они сидят, в принципе, неплохо, хотя, по идее, они должны быть... Это мне, кстати, бирку надо было оторвать. То есть они сидят на мне вот в этой части, облегающей, хотя, по идее, должны быть, ну, как мне кажется, посвободнее, да? Хотя, кто знает. Ну, и, конечно, чтобы их носить, мне нужно в талии как-то убрать, ну, как минимум 1 сантиметр, и тогда все будет отлично. Вот такой они длины. Качество мне очень нравится. В принципе, мне нравится, как они сейчас сидят. Все мне безумно нравится. Нравится их цвет. Но вот да, вот это вот... Моя талия, девочки, конечно, да. Но это отличнейшая, просто отличнейшая мне мотивация каждый день заниматься своим прессом и талией. Чем я и буду заниматься. Так что вот так вот. Но джинсы очень хорошие. Они такие мягенькие, даже несмотря на то, что они не сильно тянутся, да, и мне они сейчас плотно на мне сидят, то они прям такие, ну, очень комфортно у них, очень. Конечно, они, может быть, немножечко подрастянутся при носке, но да, но сейчас прям очень плотно в талии сидят. Так, и еще я себе заказала вот такую футболку. Посмотрите, какой у нее замечательный здесь принт. И это не наклейка, то есть это как вот... Я даже не знаю, как это... Но это не наклейка, то есть это именно ткань, что ли, так покрашена, не знаю. Вот такой вот слоник с цветочками, мне очень он понравился. Я взяла в размере M, я уже мерила, девочки, испачкала в тональной основе, но ничего страшного. Я сейчас жидкостью для снятия макияжа, да, мицеллярной водичкой вот так вот пройду здесь и все равно брошу стирать. Но прежде покажу, примерю, покажу, как смотрится. Я не думаю, что эта футболка подсядет, потому что она сделана такая, ну, как бы она очень хорошо тянется. Это, ну, это не хлопок, девочки. Это не хлопок, вот что здесь написано, да. Не знаю, что по составу, не хлопок, но очень приятный к телу. Тоже шовчики аккуратненько сделаны, нигде не торчат никакие нитки, ничего такого. Такая, не знаю, очень приятная к телу ткань. Я не знаю, к сожалению, как она называется. Я не особо в ней, как сказать, ну, я не разбираюсь в тканях. Но футболочка очень классная. Она сидит в обтяжечку. То есть я взяла на размер больше, M. И сидит в обтяжку. Но я так понимаю, что она так и должна сидеть, да, наверное. Вот. Очень классно, вот такие футболки я люблю под, например, сверху кардиган с джинсами, да, или с шортами, то есть, ну, вот что-то такое сверху более объемное накинуть. Очень классная футболка, мне понравился, и, конечно, вот этот слоник мне тоже он очень сильно понравился, и мне, я прямо очень рада, что это не наклейка, тут еще вон бабочки такие, цветочки, ну, просто вот, просто для меня, что называется. Сейчас тоже померю, покажу, как смотрится на мне. Так, ну и вот эта вот футболочка, значит, соответственно, с теми джинсами я ее совместно носить не могу, потому что она мне, ну, в обтяжечку, да, а там талия, соответственно, она, ну, сверху немножечко у меня жирочек торчит, да, вот. Ну, такая фигура у меня, и, к сожалению, вот, вот, но, девочки, я не теряю надежды, спорт мне в помощь, поэтому у меня... отличнейшая мотивация заниматься спортом. Вот, чем я и буду заниматься. Я сейчас померила с шортами. Шорты мне, ну, вот эти свободные, то есть ничего не перетекает. Это, кстати, у меня тоже кто-то у меня спрашивал. Это мои старые-старые джинсы. Я их обычно обрезаю, вот так просто подворачиваю и ношу дома, как шорты, мне очень нравится. Ну, как дома, на участке и так далее. Вот, ну, она вот так вот, как бы, то есть облегающая идет. Вот, тянется очень хорошо эта футболка, прям очень-очень хорошо тянется, мне нравится эта футболка, я люблю подобные вещи, там, ну, сверху какой-то кардиган, там, как я уже сказала, очень, ну, мне нравится, и мне нравится вот этот вот слоник, он такой прям милый, с цветочками, очень симпатично, так что вот такая вот еще у меня футболочка симпатичная, мне нравится. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Я могу вам сказать, девочки, как получила вот эти джинсы. Я просто не пропускаю занятия спортом. Я сейчас занимаюсь каждый день.
Вообще, как бы так бы сделать бы, знаете, чтобы вот немножечко похудеть в талии, и при этом, чтобы все остальные объемы остались на месте. Это вот просто моя мечта, честно, потому что, когда я начинаю, если в общем, то есть я начну худеть, первое, что у меня начинает худеть, это ноги, бедра, потом грудь, а потом только все остальное. Вот как так вот? Вот просто закон какой-то подлости. Вот, но я надеюсь, что все мне удастся, я над этим работаю, так что как-то так. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. До новых встреч!